Я инициировал сегодняшнюю встречу, потому что и сезон к концу подходит, мы с вами вначале только встречались, и в принципе достигнут довольно-таки положительный результат. Я хочу вам выразить благодарность, независимо от того, как сложится у нас в субботу игра. Я надеюсь на то, что вы выиграете. Завоеванные позиции сдавать нельзя. От результатов субботней игры зависит, серебряными или бронзовыми призерами завершат свой первый чемпионат футболисты Анапы. Выиграли? Да. Точно? Ну, биться будем, да? На встречу с почетным президентом возрожденного городского футбольного клуба спортсмены пришли с очередной тренировки. Собранные, немногословные и очень осторожные в прогнозах и комментариях предстоящей игры. Геленджикский «Спартак» – опытный и целеустремленный соперник, уступает Анапе всего 3 очка. Приеду обязательно посмотреть. То, что я хотел бы увидеть, это вашу самоотдачу. Еще раз возвращаясь к игре. Коснулись темы будущего городского футбольного клуба. Многие спортсмены из сегодняшнего состава команды хотят продолжить свою карьеру именно в этой команде. И, конечно, ожидаемый вопрос – что дальше будет с клубом? В том, что команду и в будущем ждет финансовая стабильность, сомнений нет. А вот перспектива роста клуба до первой лиги зависит в первую очередь от самих спортсменов. Капитан команды высказал общее мнение – настроение на субботний матч боевое, и в будущем команда намерена брать новые высоты. Очень дружный коллектив у нас собрался. Да, были трудности, как. И мы приехали, собрались, и мы доказали, что мы не боимся трудностей. И сквозь эти трудности, я считаю, что мы показали, на что мы способны на сегодняшний день. И полезли туда. Значит, мы на втором пока идем. Я надеюсь, что мы в Геленджике закончим тоже на хорошем уровне. На следующий год будет, люди не будут. У нас, я думаю, другие цели будут более выше. Потому что к хорошему привыкаешь сразу. Я хочу сказать от всех пацанов, от команды, огромное вам спасибо, то, что вы создали эту команду. Для нас делается все, что возможно, а мы вас не подводим. Я хочу, чтобы стадион был полон, чтобы туда ходили пацаны. Я помню, когда я был ребенком, мы знали, вот там, где я рос, тоже была команда, мы знали именно футбол, кто нападающий, его угадывали в городе, этого человека. Для пацанов это были люди, которые кумир. Вот я хотел бы, чтобы вот это вот все возродилось, потому что у вас в руках все возможности. В решающем поединке нашим спортсменам как никогда нужна поддержка болельщиков. Напомним, у молодой команды их уже немало. Как говорят сами любители футбола, первый сезон ребята провели очень хорошо, показали интересную игру, и пропустить финальный для Анапы матч чемпионата было бы непростительно. Именно поэтому многие анапчане уже запланировали на субботу поездку в Геленджик.